привет, с вами я, мистер Баннер, и сегодня, после такого моего долгого отсутствия, я решил снять игру под названием Warface. Да, это довольно-таки классная игра, я уже в нее только что часа 4 играл, никак не мог остановиться. В общем, эта игра, это бесплатно шутер от игрмейл.ру. То есть там можно играть как и PvP онлайн, или свои миссии, то есть миссии выполнять всякие разные, видите, да? За каждой миссией вам дают там всякие бонусы, вабаксы, то есть вот эти вот доллары, вабаксики, и буковку К. Вот. Где скачать ее, я не знаю, если честно. То есть, ну, можете поискать в интернете, то есть я ее качал с программки такой игрмейл.ру. То есть там каталог игр, и там вы можете ее скачать, там, ну, ее обычно ее там качают, по-моему, так эту, как его, ПВшку. Perfect World. Что снять нам? Вот. Ну что, давайте начнем наше приключение. И думаю, я хочу поиграть на командный бой. Карта черно-золото я еще не играл, не хочу. Давайте выберем. Да-да, депо. Мясорубка. Мясорубка, то есть у нас это все против всех. Это неинтересно. Дробовики говно. Говно. Ха-хачка. Мясорубка не хочу. Командный бой. Ангар. Вот. Вот улетный сервер. Давайте присоединимся. То есть тут это смесь, по-моему, так ПБ и Point Blank и Battlefield 3. Тем, что карты вот такие вот ждать тоже надо. Графика в основном вот Battlefield 3. То есть всякие такие. И классы. Вот. Отличаются классы. Я играю за штурмовика, за медика. Я не играю, как играл в Battlefield 3, потому что на медика только дробовики, инженеры. У инженеров там УЗИшка, снайпер, снайперская винтовка. Там, по-моему, не помню, какая, как она называется. Вот. Ну, давайте начнем. Понеслась. Тут у нас советы даются. Да, у меня, кстати, некоторые проблемы есть с X7 мышкой. То есть она дергается так, чук-чук-чук, камера. Я у меня сейчас старая мышка сейчас. И так что, ой, я не знаю, может быть, у вас будет проблемы, не будет. В общем, вот. Да, ник у меня мистер Банях. Так что, если что, вы меня увидите там. Мистер Банях такой играет. Вот. Так, вот, мы появились. Появились мы с Эмочкой. Я играю за штурмовика. Вот такая вот карта у нас. Чем у нас есть отличие? У нас здесь можно помогать. То есть нажимаем Е. Убираем два пальца и ждем, пока к нам прибежит кто-нибудь. Эй! Ну, в общем, нам никто не хочет помогать забраться наверх. Тут не пугайтесь, это не ВХ. Это наши бойцы. Да, здесь прикольно, что можно бегать, видите, да? От Battlefield 3. И прицел можно прицеливаться, от Battlefield 3 тоже. И но подкат уже подкат можно делать. Вот, смотрите, мы сейчас парню поможем. Оп! Заберемся, заберемся. Оп, и мы поможем тоже. Все так, да? Ну давайте, ладно. Играть. Играть, играть, играть. Бежим, 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 бежим. Делаем подкатик. Оп. То есть так у вас враги подкатик. Ух ты, сразу двоих, круто. То есть здесь как и в КБ. О, это враги. Я так стою сзади. Ничего не делаю. То есть, как и в ПБ, если вы выходите, если вы играли вообще в ПБ, если вы выходите из игры, то очки у вас снимаются. То есть, такая вот дилемма. Телефон. Телефон. Окей. Окей. Он сел. А, так, мы прибежали на базу. На базу побежали, 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 побежали. У нас осталось 4 минуты. 4 минуты. Побежали, 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 побежали. Подкат сделали. Расстреляли.
Так, какие у нас модификации здесь есть? То есть мы можем нажать на С, и здесь мы... Ну, в общем, вы можете пройти обучалку. Обучалку вам по-любому надо пройти, так как за нее дают только 9000 баксов, то есть баксов, и за эти баксы вы можете получать себе всякое покупать в магазине. Там покупаем тоже. Тут здесь на день покупать можно. Но я вот только что недавно вкрушил. Он у меня навсегда. Он навсегда. Да, я не использую глушитель, потому что сколько я раз играл, по-моему, так без глушителя он лучше. Блин, он у меня подлагивает сейчас, потому что я снимаю фрапса. Неудобно. В общем, графон тут классный. У меня, впервые такая хорошая игрушка идет без лагов. Только когда я снимаю с лагами. То есть без, игрушка без лагов идет. То есть тут классно. И, по-моему, так, ну, это классная игра поиграть. Так, да, меня чуть только что не взорвали. Взорвали. Блин. Убили. Окей. Убили. Тут вас зажигаться можно правой кнопочкой, когда у вас там надпись. Сейчас граната. Да, он тут так... Есть такие бонусы, как убил подкати, например. Вот, например, какая-то дело, да, кого-нибудь убиваю, и даются мне бонусы. То есть, убил в подкате. Так, ты свой. Я хочу вам продемонстрировать этот бонус, он получается. Также тут можно подбирать оружие. Я не огнулся назад, ну ладно. Ну ладно, за минуту осталось. То есть карты здесь не очень большие. Одно убийство. В общем, сюжет игры такой, что мы играем за команду Warface и против какой-то наркодилерской банды этой, не знаю, как называется, Бобок Фок. Сейчас получим ничего. Ну, короче, у меня тут касса длина. Господи. Warface, это так, без понятия. Вообще не запоминаю. Название. Все, я люблю название запоминать. Плохо. Также тут есть анимации. Всякие анимации. То есть, например, мы можем видеть ноги свои. То есть, ну, как в Незусе, помните, я играл. Вот. Мы можем видеть ноги. Все такое, анимации. Анимации. То есть, если мы будем прыгать, например, куда-нибудь запрыгивать. Тут у меня будет показываться руки так. Оп. Может, из лагов мне пока. Что он так лагает сейчас? Не знаю, почему. Беги, спасайся, беги. О, он уже мертв. Так. Оп, крутая пушка. Патроны. Господи, меня убили. Так, ну у нас все, раунд закончен. Появляется такая надпись. О, я пятый, отлично. А кто победил? Я не успел посмотреть, кто победил. И в конце всегда высвечиваются те, кто победители и входят в пятерку лучших. О, вот я мистер Баннер. О, я мистер Баннер, круто, видите, да, я вышел в пятерку в этом лучших. То есть мы победили. Вот. И высвечивается такое окошечко, у меня плюс 2
плюс 52 опыта, здесь плюс 31 вабакс мне дали. И... Ух ты! Неужели мне повысили звание? Неужели? У меня две галочки. Да, там сначала идет звание такой... Нет, не повысили. Сначала звание идет такой квадрат, потом квадрат с дыркой, потом квадрат с точкой, потом галочка, еще галочки, еще галочки. Так, не будем тормозить. Ну, думаю, всем понравилось. С вами был я, мистер Баннер. Подписывайтесь, кстати, подписчиков. У меня уже 36 подписчиков. О, у меня сегодня было 2 дня. Или сколько там меня не было, я не помню уже. После я уезжал сейчас на дачу. У меня все-таки мы поднимаем дачу, там дом поднимаем. С отцом там все, чики-пуки. Вот. Ну, думаю, вам это неинтересно. Ну, ладно, всем пока. С вами был я, мистер Баннер. Mr. Bonner.